Все нормально? Ну, наверное, уже не первый раз. Да? Сейчас я присяду. Ну-ка, Ваня. Ну а что, прокатишься? А что? Тут важно. Ой, классно. Как машина? Такая амортизация. Не-не-не, я имею в виду это. Ну вот это действительно вещь. Да? Да. А это фирма какая? Якота. Якота это Япония? Нет. А что? Корея? Китай. Китай? Ну, неважно. Якота. Китай, Якота. Записываю себе на это, на видео. Так, что, бензобак сколько входит литров? Где, где бензобак? Вот он, вот он. Кстати, маленький бензобак. У нас на скутере там больше. Там еще меньше. Такое чувство, что литров 25, да? Галя, надо тебе такое. Ой, я хочу такое надо? Вообще. Будешь ко мне в гости? Да, да. Но по дорогам, наверное, нельзя ездить по городским. Да? Почему? Можно, можно, да. Ну, документов на него нет, да, так же, как у нас, да? Ну, это, каска нужна. У Шуры есть каска. Тихонько. Так, а что там, автомат или переключать скорости? Ну, вперед и назад. А, вперед и назад, да? Нет, вперед и назад. Вариатор, да, тут все. Только газ и все. И тормоз. Ну, вперед, назад, нет. А что, прокатиться слабо? Нет, он выпивший. Ты ага. Ваня, ты куда ездил? Такое движение. А-а-а. Так, Ваня, я сейчас сниму, как Шура поедет. Шурик, а ты уезжаешь уже, да? Да, у меня же свои в этом самом. Ага. А это скорость, что ли, что? Слушай, ну на видео я смотрела ребенок, он смотрел с игрушечным, а ты вписываешься абсолютно. А, Шурик, ну, гляньте. Ваня, может такую все-таки купим? Нет, такого у нас денег нет. Побоялись.